Нюха. Проснулась тоже. Всем привет. Привет, друзья. Сегодня 19 января. Сегодня крещение. Поздравляю вас с этим большим праздником. Здоровья вам. Всего хорошего. Ну а мы собираемся ехать в аквапарк. В аквапарк. В город Харьков. У нас есть свой аквапарк в Донецке, но... Туда доехать сложнее. Да, у нас уже 7-й год. Мы не можем туда нормально съездить. Очень жаль. Хочется быстрее, чтобы это все закончилось. Чтобы мы с Донецком были одно целое. Вот. Едем мы в Харьков, в аквапарк. Ни разу мы там не были. Марюшу мы не берем с собой. Мэри будет дома. Мэри большая. Мэри уже большая, будет на хозяйстве. Ну, а мы посмотрим, ну и вам покажем. Михе день рождения 22 января, и мы ему сделаем такой небольшой подарочек. Он сильно хочет в аквапарк. Вот. Александровна кофе варит. Вот так обычно мы пьем кофе, смотрим в окошко, но сейчас еще темно, поэтому ничего, соответственно, не видно. Ну, Марюша тут сидит с нами. Кофеек пьем. Мэри садится сюда на подоконник, я открываю окошко, и она здесь дышит. Ритуал у нас такой, каждое утро практически. Мы едем на автобусе, не на своем автомобиле, так что покажу вам все. Так что посмотрим сами и вам все покажем, как оно, что. Поехали. Вот автобус уже стоит, ждет нас. Это только для нас, что ли? Ну, сейчас мы первые, походу. Потом люди будут еще садиться. Да. Вон Миха с сумкой, у него аппаратура. Здравствуйте. Сейчас, сейчас. Если не надо, могу положить в багажник, если что. Там только воду только достань. Ну, сейчас. Давай. И можно в багажник. Хотите, можете поставить возле прохода, я имею в виду. Все, пусть, все, пусть тут стоит. Все, поехали. Куда садиться? Куда лучше, Юр? А вот еще, вот, вы втроем как раз сядете, будете напротив друг друга. Все, да. Все. Не-не, Мих, ты вот сюда будешь, вот тут. А. Так, все, мы садимся сейчас. Садись, Юр, садись. Вот такой автобусик. Класс. Ну все, садимся. Мих, садись. Так, приехали мы в город Селидово. Сейчас люди здесь сядут. Будешь в садик поедешь не плакать, тогда купим. А так ты плачешь постоянно. Пойдем в садик. Еще пусто, еще никого нет. Мы еще стоим в Селидово. Время уже. Да, время уже 7 утра. Ну, еще вот только-только расцветает. Кто-то проспал, кого-то ждем. Ну, чего, сейчас поедем. Хорошо. Здрасте. Здрасте. Так. Не, наш автомат. Ну все, поехали. Все, едем дальше. Походу красноармеец, да? Все, едем в город. А, Покровск, Покровск. Вперед. Мы уже заезжаем в Покровск. Сейчас блокпост. И мы в Покровске. Все, блокпост прошли. Вот он, Покровск. Сейчас здесь людей забираем и едем дальше. Так, ну, людей все больше и больше. Забираем. Садятся люди. Продолжаем движение. Это мы проезжаем город Доброполье. Миха, это город Доброполье. Я вижу. Ага. Все.
заехали в Краматорск. Лиха. Это уже Краматорск. Остановились мы в Краматорске уже на выезде перед Славянском. Немножко походим, отдохнем. Ножки разомнем, кто кофе, кто туалет. Вот наш автобус. Пошли, Мишань. О, Михон. Спать не хочет, говорит. Хотел, я говорю, Мих, подремай немного. Не, говорит. Да я только на секунду усну, все уже не хочу. Я понял. Немножко пройдем сейчас, погуляем. Ты в туалет, Миха? Пошли в туалет там. В общем, заправка. Остановились? Ой, отдохнем. Собачка. Собачка красивая, ага. Какая? Красивая. А ну можно я покажу? Пес. Ай, ты хорошая. Хороший. Хороший. Вот так у нас импровизированный столик. Бутербродики, да, Мих? Да. Вот так. Все. Сейчас перекусим, поедем дальше. Лесочки. Это мы уже, друзья, выезжаем со Славянска. Да, Александра? Да. Миха у нас захотел сесть отдельно. Вот. Едем мы уже, выезжаем со Славянска. Сейчас будем выезжать на Харьковскую трассу. Ростов-Харьков. Вот так. Так что продолжаем движение. Время сейчас. Сколько времени, Миха? Сколько время? Сейчас скажу. Давай. Без десяти. Без десяти чего? А, 10. Все. Время без 10:10. И мы движемся дальше. Осталось до Харькова. О, фуру охраняем, да? Да-да. Пока. Пока, фура. Не, ну конечно, в любом случае это не своей машиной. На своей машине, конечно, комфортнее намного. Ну, зато можно дремануть, можно отдохнуть. Вот, приезжаем мы. Себе какой-то здесь. Папа, скоро будешь тоже на своей машине отдыхать. А, Миша, ты будешь за рулем? Я понял. Хорошо. Ну, в общем, продолжаем ехать. Осталось немножко совсем. Видишь, эти уже как раз. Это новострой. Да, это новострой строится. Еще даже не сдали, да? Да. Такие красочные. Красивые домики, да? Светные. Кто-то скоро заселится. А может уже даже и заселяются, машины уже стоят. Ну да, машины стоят, но так окна не видно. А, ну это еще точно строится. Ну да. Да понятное дело. Харьков крупный город. Ого! Много людей, да? Очень много людей. Ну да. Очень много людей. Это же не церковь такая, Миша. Смотри, сколько людей в церкви. Как?
Так, вот они, эти джунгли. Вот только-только приехали мы. На, Мих, тебе фото-чемодан. А мы сейчас возьмем свои вещи. О, берем чемоданчик свой, сумочку такую. И сейчас будем заходить. Надо поедет на стоянку. Автобус не надо. О. Пойдем. Сейчас пойдем, подожди. Мы ждем, сейчас дядя нам принесет билеты. Все. В общем, мы в Харькове. И вот за мной аквапарк, джунгли. Все, мы сейчас ждем, нам вынесут билеты. Сейчас посмотрим. Расписание работы. Аквапарк. Пошли зайдем. Так, ну давайте зайдем вовнутрь уже. Посмотрим, как тут внутри. Вот такой проход. Нарисовано, что с собачками нельзя, со своим питанием нельзя. Вот это мы внутри. Ага, хорошо, все. Все, мы сейчас будем в гардеробе раздеваться. Все, сдавать вещи свои. И нам вынесут билеты. Красиво здесь. Вот так. Так, ну в общем, сейчас мы разденемся и продолжим. Переоделись, переобулись, сняли, вернее, вещи, переобулись. И вот такой дресс-код у нас, видите? Остались мы в тапочках. Обувь и верхнюю одежду мы сдали в гардероб. Здесь есть, походу, прокат. Кругов и всякого оборудования. Александра настоит. Носик подпудрить. Ну, в общем, пока так. Пока ждем билеты. И будем подниматься. Юрик, Юра. О. Так, сколько у вас? Трое. Так, первый раз, да? Первый. Процедура не сейчас. Нет. Без очереди, ни в коем случае в очереди не стоящего. Как? Понял. Ну, пополнить лучше на один, чтобы не стояли троем там в очереди. В общем, нам выдали вот такие браслеты каждому. И сейчас мы подойдем к кассе, пополним, положим денежки на этот браслет, и этот браслет будет... Ну, то есть, без налички в кафе, там и все, что захотим купить, этот браслет будет работать как карточка в банкомате. Положи, раз, терминал, и все. Да, Миха? Наличные с собой брать не будем. Вещи мы все эти сдадим. Переоденемся и все остальное. Пополнили мы браслеты. И все, проходим через терминал. Пойдем, Миха. Вот такой здесь... Пропуск. Их держи вот эту сумочку, возьми. Все, идем. Прикладывай браслет вот туда. Прилаживай. Так. Есть браслет, приложил. Все. Проходи, проходи. Все, вперед. Так, вот женская раздевалка. Я вещи свои достану. Вот здесь есть женская, есть мужская. И сейчас мы здесь разделимся. Так, вот наша ячейка 68. Вот такой браслет. И сейчас мы сюда проверим, как она работает. Оп, иди посмотри. Открылась? Ну вот, все, сработала ячейка, мы проверили. Да-да, зелененькая, все, закрывай. Так, все, вот мы сейчас поднимаемся уже на второй этаж. Сдали. Оказывается, с непрозрачными пакетами нельзя. Но вот эту сумочку посчитали как чехол для фотоаппарата. Так оно, в принципе, и есть. Тут у меня аппаратура лишь, все остальное. С этим можно. Все, мы поднимаемся. И это мы поднимаемся на второй этаж. Сейчас будем маму искать нашу. Вот столько места здесь. Ого, класс. А где наша мама? А ну смотри маму. Мама. В общем, гляньте, смотрите, как здесь классно. Миха, скажи. Сейчас найдем. Вот большой.
Так мы сейчас все разведываем. У нас целый день, Миха. Нам надо сейчас маму найти. Ага. Ты где будешь плавать? В каком бассейне? Ну, в каком будешь? Тут или там? Да. Давай тут, да? Да. А? Давай. А, интересно, браслет, ты ж можно в воду, да? Скользкая, не? А не, скользко. О, Миха пошел уже. Ага. Ихтиандр. Миха пошел на разведку. Все, сейчас обойдет нам, расскажет. Все, заходи, Александр. Попробуй водичку. А ты это брала, да? Да, это не двое. Да? Ну как? Ну как?
давай пойдем в кафешку. Где тут мороженое? А там, а ну иди сюда, ты. Сюда, ко мне. Тут нет, вот мороз, глянь какое, слышь, ты чё, как в Черногории, не хотел. А шоколадный? А не знаю, наверное, нет. Нет. Сейчас спросим. А шоколадное есть у вас? А какое? Какое вкусное есть? Вон, зебра, там есть шоколад, пломбир шоколад. Давай, 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 давай. Один давай. Шаг? Два. Да, в рассвете проводим. Много мороженого нет уже, ну, Мишка нашел себе там зебра, сказали, что с шоколадом. И пломбир. Ага. Есть у них массаж, бильярдный стол. В общем, тут много чего. Мы еще с вами походим, я вам покажу. Тут еще бар есть у них. Сейчас зайдем в бар, посмотрим. А там игровые. Пойдем, Миха. Где Мишка? А, Мишка, вон он идет. Я его потерял. Я тебя потерял, Мишка. В общем, здесь вот такая еще площадка есть, смотрите, лежачки. Тут игровая. Да, игровые есть. Вот так. Вот такая бутылочка пива 36 гривен стоит. Мороженое Мишки, два шарика. Каждый шарик по 20 гривен, да, Михон? Так, будем с Михой в аэрохоккей. Погнали! Уже 16:00, и мы сейчас поднимемся на третий этаж, посмотрим, что есть на третьем этаже. Ого. Вот такое кафе здесь. Очень шумно. Просто очень шумно. Вот мы на третьем этаже, да, Миша? Вот мы на третьем этаже с Мишкой. Правда, очень шумно. И не очень понятно, как здесь что брать. Написано самообслуживание, а ничего не работает. Ни открыть, ни закрыть. Может, что-то надо бросить, оно откроется. Мы не знаем, но, по крайней мере, так не работает. Подаю. А, да? Ну все, вот такие разносы здесь. Вилочки, ложечки, и сейчас мы что-то возьмем, покушаем. Спасибо. Так, в общем, 200. Мы нам, а, да, 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 нам одну. Садись. Сколько тут 200? Короче, 200. В общем, 205 гривен и 53 на остатки. Приятного аппетита. Ну я вам скажу, очень вкусная соляночка. Я попробовал. Как салатик, Александр? Нормально. Нормально? А ты картошку пробовал при? Хорошая? Вкусная? Ну, очень, очень вкусно, я скажу. Сейчас я попробую гамбургер этот. Ну, большой такой, солидный. 45 гривен.
не, ну, Черногории, конечно, больше. Ладно, кушаем. Так, ну, покушали мы уже. Вот он, спортивный бассейн. Тут еще конкурсы сегодня были, но мы не успели. В общем, музыка очень громко играет. Наверное, вам ничего не слышно. Сейчас Миха будет ехать. Он несется, красавчик! Опа! Красопед, уже потемнело, уже время 5 часов, да? А мы тут с Александром, знаете, как на задворке, тут на лавочке сели, сидим тут. А Миха купается. Сколько? Сейчас посмотрим. Время 17:57. Без 3 минут 6 вечера. Понял? В этом бассейне мы не были. Это спортивный. Что-то мы не решились, да, Мих? Ну ничего, не успели просто. В следующий раз. Все, идем. Не, просто сильно громкая музыка, как по мне. Очень громко. Вот это единственный минус такой. Музыкой связаны. А так, что, так мы сейчас заберем нашу шампунь. У нас ее изъяли на входе. Сейчас мы ее вернем и пойдем с Михой мыться. Вон ваша, видишь? Ты же запомнила все номер, там это. Браслет у тебя ж? Дай тебе наш шампунь в пакетике с АТБ. Миш, возьми. Есть? Все, большое вам спасибо. До свидания. Мы приедем еще. Шампунь. Выход. Все, Миха, сейчас. Мужская раздевалка. Так. Сейчас мы пойдем вещи положим. Обмоемся, Миха, с тобой, да? Возьмем труселя сухие. Так. Все, ячейка наша сработала. Наша сумочка лежит. Все, мы берем сейчас сухие вещи. Моемся, переодеваемся. И выходим. Уже одевается. Много ящиков здесь. Фены там лежат, даже можно сушиться. Терминалы, души, все хорошо, отлично. Да, Мих? Все. О, чтоб не записывать, какие тут тарифы и какие тут акции есть. Вот так. Ну, в общем, тут кассы. Все, мы будем уже выходить на улицу, да? Ну, все. Пойдем. Мишенька, пойдем. Фух, пойдем подышим воздухом. Сильно хлоркой надышались. Автобус у нас будет буквально через 10-15 минут. Постоим на уличке. Ой, как хорошо. Скажи мне, а вы еще не хотели на улицу? Не, хорошо надо. Да, надо выходить. Вот так. Все, нашего автобуса еще пока нет. Ну, как я говорил, приедет без 15. Вот это аквапарк так светится. Вот там вверху аквапарк.
Ну и отель рядышком, буквально соседний вход. Это отель. Ну все, ждем автобус. Вот уже подошел наш автобус. И будем. Да-да, стойте. Это не наш маленький городок здесь. А автомобили ездят частенько. Все. Да, загружаемся. И едем домой. Нехитрый тормозок. Как тебе, Александровна, понравилось? Понравилось. Ну, мы еще приедем, потом поговорим, что, сколько, какие плюсы, какие минусы, да? Обо всем расскажем. Ну, это на наш взгляд такой, да? Ну, а вообще, в целом, конечно, класс. Вот так. Вот он этот. Еще раз вам покажу аквапарк. И сразу тут рядом гостиница. Можно, в принципе, и с ночевкой приезжать. Так что, если кто-то, пожалуйста, вот прям рядом гостиница. Вот гостиница, номера, ресторан, там все есть. И здесь, соответственно, все. Ну, а мы едем домой. Все, поехали. С Богом, да, Мишка? Между Славянском и Краматорском. Заехали. Вот остановились, автобус наш стоит. Мороженое взяли. Мишка, ну покажи, что там себе приобрел. Тоже по мороженому. Александра на мороженое. И поедем дальше. Уже время. Сколько? 9? Не знаю. Наверное, больше, уже полдесятого. Собачка. Так, ну все, друзья. Мы уже подъезжаем к дому. Время 12 часов ночи уже. Устали, конечно. Тируйте. Есть вопросы, спрашивайте, ответим. Ну а пока, пока. До новых встреч. Александровна. До новых встреч. До новых встреч. Мишка устал. Все, едем домой.